Это устройство называется пулевылавливатель. Оно предназначено для проведения контрольного отстрела нарезного оружия. То есть нарезное оружие, оно вбивается в пулеогильзотеку, ведется, да, то есть в ней находится кевларовая нить, которая останавливает пулю. Этот отсек нужен для ловли гильз, то есть оружие ставится, делается выстрел, гильзы попадают в этот отсек, пуля остается там. Потом пуля изымается и вбивается в пулеогильзотеку. Все и ведется учет нарезного оружия. Владельцы нарезного оружия раз в 15 лет должны отстреливать свое нарезное оружие. В связи с этим пулеулавливатель создан и нужен.